Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кибермен, и сегодня в этом видео я поиграю, так скажем, в игру Мехарену. Так скажем, вышел новый ивент в игре. И что за ивент? Он вышел так-то несколько дней назад, но я только сейчас хватило времени снять его. В чем суть? Новая пушка появилась в игре под названием Вангарм 12. Ну, то есть, есть у нас Вангарм 8, две штуки, и Вангарм 10, один. Ну, вы поняли, по количеству. И вот недавно, буквально несколько дней назад, появилась вот эта новая пушка Вангарм 12. Она, по-любому, наверное, будет сильнее вот Вангарма 10 и восьмерки, так скажем. И, соответственно, я вот все хочу ее получить. Но она внешне очень круто на самом деле выглядит, так скажем, ну, 2D, я так смотрю. Ну, короче, прикольно на самом-то деле. Вот. Тут такие у нас жетоны такие зелененькие, салатовые. Тут вот я открывал один раз, и мне выпало 120 деталей к нему. Хотя вот это, знаете, там буквально очень близко было. Ну, очень близко там было, вот я там, рядом вот новая пушка и вот эти 120 деталей. Мне почему-то выпало именно 120 деталей. Ладно, давайте, не знаю, купим детали. Так, откроем ежедневный контейнер. Я просто вам это никогда не показываю, как я это делаю, ну, вот так вот. Так. Собираем призы. Ну и все, в принципе. Также вот тут такие вот ивентики появились. Вот как раз таки к Вангарму 12 появилось восьмерки и десятки. Я практически все выполнил. Чуть-чуть осталось на самом-то деле. Вот так вот. Бурный натиск вот сейчас закончится через 46 минут. Не знаю, вот тут можно получить жетон, но я даже не знаю, что делать. Мне кажется, я не успею набрать еще 300 опыта, чтобы вот ну за 46 минут 300 опыта набрать, это ну можно, наверное, это реально, но это сложно. Блин, ну видимо один жетончик я точно не получу сегодня. Ну и ладно, в принципе. Ничего страшного. Также я, вы видите, я получил Брикхауса. Прикольный такой, внешний. Заодно уж расскажу про его способность. Его способность — это давать себе и союзникам увеличение урона. Это прикольная, на самом деле, способность это. Ну вот, в принципе. Ну я потом когда-нибудь отдельно вот про каждого робота и про каждую сборку для него я буду все время снимать отдельно видосами, попытаюсь, так скажем. Ну а так сегодня Брикхаусом, в принципе, не против поиграть. Ну, какой-то Андрейка назовет, ну ладно. Надо будет это удалить некоторых друзей. Да, я что-то тут в этой игре. Ну хотя не знаю. Ну, Андрейка позвал меня, ну окей, давайте уж поиграем. Командой, так скажем, вчетвером. Не, мне кажется, за 46 минут это нереально 800, ну, еще 300 опыта набрать. Это нереально. Ну, поэтому, ну, жалко, что жетончик пропущу. Также, если вы видите, тут карту они обновили. Вот так вот выглядит карта. Более, так скажем... детализированная, так скажем, тут дома прям вот такие прикольные, дороги всякие, то есть ну прям все шикардос. Также я, как вы видите, я килшота буквально прокачал наконец-таки спустя долгое время, получается. Раз видите, что у меня джавелинки рек 8 у меня, а не эти шестые. Я их прокачал. Так. Какой-то это прокачанный. Ладно.
Ну, не знаю, это нереально выиграть, мне кажется, 300 опыта вот набрать. Ну, никак. Очень сложно. Давай, давай. О, блин, я еще промазал. Так, ладно. Перезарядка. Блин, там наши враги захватывают мои акции, а я что-то это... Не могу. Там щит. О, спасибо. Оп, испугали его. Так, захватываем маяк. Отключим. Чтоб не выдолбывались. Но все равно добили. Что-то я давно не играл, кстати, в Jurassic Monster World. Надо будет в нее и поиграть, и поснимать. Там, по-моему, говорят, обновление вышло какое-то давно, а я что-то вот не снял. Да и вообще что-то я не часто снимаю. Надо будет снять. Так. На. Ну, прикольный урон. 3600 урона. С увеличением урона прикольно. Видите, я тут своему союзнику еще дополнительно это... Два увеличения урона. Так. Ну, там все еще. У Брикхауса что-то огромное количество хп. Что-то 74 тысячи вот, на начальное прокачка. Это жесть. Так, ладно. О, какие мы серьезные. Чё со стена мне мешает? Ну, ладно. Ничего страшного. Так. Решил лазерки поставить, вот эти ледяные, на пантерку. Все, убили. Вот. Неплохо бьет. Да-да-да, давайте, добивайте его. Молодцы. Так, ну мы выигрываем. Так. Вот он, Митер Пенг. Ну что, это победа. Ну что, я думаю, еще один бой сходим. А потом это, заканчивать будем видос. Ну, прикольно, что новая пушка появилась и такое. Но жалко, что вот, ну, никак не получится ну, получить этот жетон. Ну, видите, я всего лишь каких-то 30 опыта набрал. Чтобы вот так вот поиграть, это нужно, я не знаю. Ну, короче, это сегодня никак не получится этот жетон получить. Хотя я его хотел получить. Мне опять зовет Андрейка. Ну, ладно, окей, давай поиграем с тобой. Сегодня, видимо, мы взводом поиграем. Угу. ТСРУ. Андрейка. У него больше. Что-то это... Блин, почему разработчики, почему вот... когда вот вас приглашают во взвод, и никто, ни у кого из команд нельзя посмотреть ангар. Почему? Почему так сделано? Мне кажется, это неправильно как-то. Вам нужно... добавить такую возможность смотреть ангар, даже если вас во взвод позвали, так скажем. А почему-то вот так, ну, не получается посмотреть, вот и все. Ну, давайте также возьмем киллшота. Я его, кстати, опять прокачал до 7 уровня 4 рейтинга. Вот, надо будет уже 2300 коинов, чтобы вот его прокачать уже, повысить ему ранг.
А это сложно. Фу, все. На. Всё. Да, жалко, конечно, этого киллшота убили, но ничего страшного. Прикольный урон у этих джавалинков. Вот, неплохо мы ворвались, так скажем. Ну давайте также возьмем этого Гардиана, не знаю, как правильно уже. Потому что разработчики так говорят, а игроки так говорят. Непонятно, как правильно. А, да, вот эти гаусс-рифы еще появились, вот эти новые. Видите, там стрелял он с ними, вот этими снарядами. Это вот новые пушки. Я не знаю, видели это вы или нет, но я их не получил. На, на. Блин, я мажу. Фуф. Угу, неплохо. Тут мины. Ладно, деактивируем их. А, все, победа. Ну, прикольно, что новая такая пушка появилась. Прикольный ивент. Жалко, что этот жетон все-таки, опять же, повторюсь, не получу. Печалька. Вот, в принципе. Кстати, я вот маку прокачал, надо будет его апгрейд ему поднять. Так, ну давайте поднимем ему сразу. Вот в видосе это сделаем. Все. Повысили ему. Прости, Андрейка, я не буду больше играть. Я буду заканчивать это видео, так скажем. Что ж, ладно, будем, наверное, заканчивать видео. Ну, такой прикольный винтик. Но я жалко, я этот жетон не получу. Его уже не получу никак. Ну, никак. Ну, ладно, может, в следующем ивенте смогу получить. И смогу получить, так скажем, вот эту пушку. В принципе, окойнов я тоже рад выиграть, так скажем. Вот кредиты вот мне точно не нужны, потому что у меня они это... Я вроде бы всех пилотов купил. Больше никаких роботов и пушек не будет, наверное, в ближайшее время появляться за кредиты. Либо они за окойны будут появляться, либо, ну, не знаю, вообще пока что нельзя будет их купить внутриигровыми валютами. А так вот, прикольно на самом деле. Кстати, у меня сколько их тут? Ладно, ребят, будем, наверное, заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.